сейчас, реально, многие со мной не согласятся, но я скажу прямо. Все эти бесконечные дебаты по поводу акцента в английском бессмысленны. Ваш акцент не определяет вашу ценность, ваш интеллект или ваше владение языком. Он показывает, откуда вы, и это здорово. Те, кто говорит, что вы должны избавиться от акцента, чтобы достичь успешного успеха, живут в прошлом. Мы в 21 веке, друзья. Пора расширить границы нормы. Зачем стремиться к безупречному произношению, если ваш акцент не мешает коммуникации? Пока вы понятны, ваш акцент – это всего лишь приправа к блюду, который делает его еще вкуснее. Уникальность против однообразия – вот что действительно заслуживает уважения. А попытки избавиться от акцента часто бесполезны. Единственный способ – это переезд в англоязычную страну и погружение в среду на несколько лет. У вас есть такая возможность? Если нет, то успокойтесь. Нет правильного английского без акцента. Мы здесь, чтобы говорить и делиться. С акцентом или без.